Работы по понижению бордюра на пешеходном переходе идут по улице Адмирала Фадеева, 21. Специалисты государственного бюджетного учреждения «Севастопольский автодор» по всему городу обеспечивают доступ к пешеходным переходам для маломобильных групп граждан. За этот год уже обустроено более 20 мест на троллейбусном спуске по улицам Ленина, Макроусова, Генерала Петрова и других. Перечень этих объектов очень большой. В принципе, ГОСТ требует обязательно наличия вот этого удобного понижения на всех пешеходных переходах и на всех путях перемещения, пересечения пешеходных тротуаров с проезжей частью дорог. Вот так за 2018 год мы сделали более 200 таких понижений на этих участках. Алексей Чумаков обратил внимание, что в первую очередь работы ведутся вблизи социально значимых объектов. Специалисты «Севавтодора» рассказали, что наиболее сложные участки были именно в центре нашего города. Каждый участок индивидуален в своем отношении по коммуникациям, по бортовым камням, потому что центр наш сделан из гранитных бордюров, они тяжелые, емкие, с ними была проблема в монтаже, они неудобные. На данном участке применяются новые бордюры, обычные бетонные, проблем не составляет никаких. В ближайшее время такие понижения бордюров появятся на проспектах Генерала Острякова и Октябрьской революции. И на улице Ленина, уточнили в «Севавтодоре».